Я Дмитрий Шевченко, руководитель номера акробаты на русской палке. В нашем составе 3 человека. Все они акробаты высокого уровня, мастера спорта. Это Голес Эдуард, это наш солист, который работает непосредственно, исполняет прыжки. Это Павел Воронов, который находится вместе со мной непосредственно под палкой. Вот. Все мы довольно-таки долго занимаемся акробатикой. Где-то порядка, наверное, 12-15 лет, это минимум. Вот. Наш номер существует уже более 3 лет, и мы постоянно пытаемся расти и усовершенствовать наши трюки, нашу хореографию, постановочную часть. Ну, как-то так, расти как артисты. Thank you.
Спасибо.